«Металлинвест» всесторонне развивает регионы своего присутствия, делает жизнь в городах, где живут и трудятся сотрудники предприятий компании, комфортнее, ярче, интереснее. Программа корпоративного волонтерства, родившаяся в прошлом году в Старомосколе и Губкине, а нынешней весной стартовавшая в Железногорске и Новотроицке, полностью отвечает этим целям. И главная ее движущая сила – работники комбинатов, горняки и металлурги, разделяющие ключевые ценности компании, знающие и любящие свои города, заинтересованные в том, чтобы положительных изменений на малой родине происходило как можно больше. Программа новая, хотя элементы этого движения у нас присутствуют. Программа «Сделаем вместе». Вот теперь пришло время включить программу в развитие вот этой линейки корпоративного волонтерства. Потому что сейчас, в принципе, деньги можно выделять, но важно, чтобы те люди, которые занимаются этими вещами, они были сами неравнодушными и могли приносить свой какой-то вклад. Волонтерство – это не только важно и ответственно, но еще интересно. В этом работники Михайловского ГОКа убедились быстро. Вместе с организаторами они отправились в увлекательный двухчасовой игровой марафон. За это время участникам было необходимо самостоятельно и в командах справиться с 37 заданиями. Так, к примеру, требовалось из картона разной геометрической формы выстроить башню. Еще один конкурс на взаимопонимание назывался «Телефакс», своего рода аналог детской игры в испорченный телефон. Участники выстраивались в линию, где крайнему показывался простой рисунок. Его контуры он выводил на спине впереди стоящего. Когда графическое сообщение доходило до первого в цепочке, он изображал на листе то, что, по его мнению, рисовали товарищи. Справиться с этим упражнением было непросто. Результаты бывали неожиданными, но настроение поднимали несомненно. Очень весело, много новых знакомых, интересно. Пока очень интересно. Очень понравился телефакс. Было очень так необычно. Наблюдая за тем, с каким азартом и в то же время ответственностью участники подходят к выполнению каждого задания, становилось ясно – случайных людей на дне волонтера нет. У меня всегда такое было понятие, что нельзя только для себя жить. Надо, если есть возможность, кому-то еще постараться помочь. Ну и меня как бы заинтересовало это. Возможно, по мере сил стать волонтером. Заведующий базой отдыха Александр Евстратиков пришел на День волонтера по зову души, не сомневается, вместе с компанией и под чутким руководством опытных наставников способен реализовать проект, необходимый любимому городу. Считаю, что каждый должен участник быть патриотом своего города, участвовать в его судьбе, улучшать, украшать. Может быть, кто, если не мы? Здесь эмоции, конечно, зашкаливают, а непринужденная атмосфера. Всем весело, все подружились. Как бы, интересно. Вообще замечательно, интересно. Особенно спасибо организаторам. Абсолютно все задания помогут организаторам в составлении персонального и коллективного профиля компетенций участников, необходимых для понимания потенциала будущих волонтеров. Эта диагностика, разумеется, диагностика, необходима для того, чтобы в последующем волонтерские команды в своем составе имели сбалансированный состав, в которых в достаточной степени проявлены разнообразные компетенции. В этом вот смысл, что мы же с вами не совершенно не идеальные люди, у нас что-то одно получше, что-то другое похуже. Чтобы команды были идеальными, мы должны про себя знать свои сильные и слабые стороны. Горняки готовы делиться своей энергией, временем и ресурсами, но только искреннего настроя недостаточно. Добрым идеям не стать реальностью без знаний. Программа корпоративного волонтерства «Откликнись» как раз и призвана помочь работникам «Металлинвеста» объединиться, создать и воплотить полезный проект. Человек, который работает, например, за рулем, он не умеет организовать мероприятия, он в этом не профессионал. И мы хотим, чтобы программа корпоративного волонтерства стала таким ресурсом для наших сотрудников развиваться вообще в другой области, развивать коммуникационные навыки, уметь рассказывать о том, что они делают, уметь презентовать что-то. Да? Вот, например, есть у нас проект для школьников, когда ты приходишь, стоишь перед классом в 30 человек, и это нужен навык для того, чтобы с ними работать. Или ты приходишь в больницу к детям, ты тоже должен по-другому с ними общаться. Придумать хороший волонтерский проект мало, важно, чтобы его авторы жили им, а сам он развивался. Для этого участников Дня волонтера познакомили с дизайн-мышлением, методикой решения задач, ориентированной на конечного пользователя. В ее основе непривычный критический анализ, а творческий подход.
Для того, чтобы сделать дизайн одежды, нам нужно понять, кому мы эту одежду делаем, женщинам, мужчинам, не знаю. Нам нужно понять размер, нам нужно понять, что этот человек хочет носить, и предложить ему это. То же самое, только если мы думаем про процессы и про проекты волонтерства. Нам нужно понять, что это за люди. День волонтера для работников Михайловского ГОКа выдался богатым на новые знания и эмоции. А значит, добрые дела не заставят себя долго ждать. Присоединиться к добровольцам «Металлоинвеста» просто. Информацию обо всех мероприятиях можно найти ВКонтакте в группе «Волонтер откликнись». Главное – не стесняться. Будет интересно.